Друзья дорогие, всем доброе утро. Город Новороссийск сегодня вас приветствует. И хочется сказать уже знакомую фразу. Мы с вами одна церковь в разных регионах. И давайте как церковь сегодня будем в едином слове, в едином духе. Мы сегодня все пойдем с вами в свои собрания. Сегодня воскресенье. Этот день мы отделяем для Господа. И как сегодня мы придем туда? С какими сердцами? Как мы, так скажем, предстанем перед Господом? Вот этот вопрос, он должен волновать нас в первую очередь. И я хочу прочитать вам один текст, это книга пророка Михея, 6 глава, 6, 7, 8 стих. С этим же вопросом обращается здесь пророк от имени Божьего народа. Он говорит: «С чем предстать мне перед Господом? Преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячи овнов и несметными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Аминь. Вы знаете, дорогие, что вот со времен грехопадения и по сегодняшний день у людей всегда внутри возникает такая дилемма. А как же можно все-таки угодить Богу? А как же все-таки завоевать Его благорасположение? Как сделать так, чтобы Бог простил и помиловал? И пророк здесь отвечает от имени Божьего народа, повторяю, то, что сделать в принципе это бесполезно, даже тысячи овнов, даже самое дорогое, если ты принесешь сегодня в жертву Богу, и по сути ему не нужно. А что же нужно ему, друзья? Я думаю, самый простой ответ он здесь дает в трех таких очень важных тезисах. Он говорит о том, что человек, делай добро, чего и требует от тебя Господь. И три момента. Действовать справедливо, то есть поступать по справедливости, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Вот три вещи, которые, друзья, нам нужно всегда помнить и не забывать. Мы не сможем угодить Богу никакими жертвами, никакими своими делами, никакими ритуалами. Все нужно делать только по вере. Конечно же, ритуалы важны. Хождение и какие-то традиции, хождение в церковь, традиции, это важны. Но это все результат нашей веры, друзья. А самое главное, конечно же, это быть справедливым человеком, относиться к другим людям правильно, относиться с любовью, любить других людей, быть человеком милосердным, подавать пример милосердия, делать добрые дела. И, конечно же, в смирении всегда предстать поклонение перед своим Богом. Это так важно, друзья. Придите сегодня в Дом Божий, сделайте какое-то доброе дело. Пожертвуйте чем-то, поговорите с кем-то, послужите кому-то и предстаньте перед Богом в поклонении, предстаньте перед Ним в молитве и благословите Его всем своим сердцем в этот воскресный день. И это будет самое лучшее, что требует и хочет от нас Господь. Я благословляю вас в этот день, хороших богослужений и помазания Святого Духа.